Не в худобе счастья. В Британии Джорджию Дэвис бросил парень, когда она решила похудеть. К слову, еще в 2008 году девушка получила титул самой толстой школьницы Соединенного Королевства при весе 381 килограмм. И встретилась пара в тренажерном зале, что удивительно. Ее возлюбленный Мэтью работал там уборщиком. Лишний вес не смущал мужчину, и пара казалась счастливой, но, как и килограммы, отношения непостоянными считались, и горевать Джорджии не стало. Она решила заняться собственным здоровьем.